Меня зовут Родриго Гонзалес. Я колумбиец. У меня в сумке 2 килограмма дури. Мне надоело постоянно врать. Зачем тебе это? Незачем. Просто в кайф. Я же могу вас и обыскать. Обещание. Матушка приставилась. Ключи от дома. Ей бы хотелось, чтобы ты побывал там в последний раз. Я ваша новая соседка-сиделка. Специализируюсь на таких, как вы. Как я? Ну, конечно. Мои родители устраивают барбекю в воскресенье. Придете? Вуаля, это же Слен. Не такой уж и старый, как ты говорила. Я ее старшая сестра. Это Флоранс, моя незамужняя сестричка. Вам есть о чем поболтать, вы же оба... парижане. Что я должен сделать? Признаться, что я не инвалид, а просто хотел подкатить к ее сестре? Там посетитель, она инвалид. Здравствуйте. Добрый день. Вас посадили на стол? А какая она, эта сестра? Я не знаю, без понятия. Умная, красивая, с изюминкой. О, Жуслен. О, Флоранс. Вы сидите в моей коляске? Да. Ваши действия отвратительны. Она все-таки не дура, не может ничего не заметить. Духоподъемная комедия «Паризьен». Ты прав, я ей все расскажу. Вау. Попробуй подкати. Жуслен? Что? Колоноскопия перенесена, шоколадную шахту придется прозондировать, но только в четверг. Хорошо, Мари. Скоро. У меня ноу гелл.